Друзья мои, Европейский Союз трещит по швам. Кризисная ситуация в Латвии и Европе налицо. Кто нам будет платить пенсии, если последняя молодежь уезжает? Финансирование из казны ЕС заканчивается в 2020 году. Местный бизнес вымирает, рабочие места не создаются. Правительство как крысы на тонущем корабле. Урвать последнее и свалить. Сокращение транзита и санкций добивают последнюю экономику Латвии и социальную сферу. Но надо идти на выборы и голосовать за новую структуру, за новых людей. За свою пенсию, за будущее своих внуков. 25 мая все на выборы в Европарламент от Латвии.